На границе Краснофлотского и Железнодорожного районов в дорожное происшествие попал оперативный автомобиль Росгвардии, который вела 41-летняя патрульная. Помощь понадобилась всем участникам столкновения – и водителю пробокса, и ее напарнику, и хозяйке X-трейла, который врезался в спецуниверсал. Полученные травмы причиной госпитализации не стали. Гвардейцы попали в аварию по дороге на срочный вызов. Они вынуждены были ехать через перекресток на красный свет, но включив маячки и сирену. Пробокс ехал по Треугорной со стороны Амура. Кроссовер на перерез по Воронежской в северном направлении. Патрульную машину и X-Trail разделял ряд машин, водителям которых нужно было свернуть налево, к северному микрорайону. 63-летняя автомобилистка вой сирены слышала, но не поняла, с какой стороны грозит опасность. Она увидела универсал за мгновение до удара. Вина водителей в этом ДТП будет обоюдной. Не успели автоинспекторы вникнуть в обстоятельства первой аварии, как на этом же перекрестке случилась вторая. На этот раз мужчина, управлявший аутлендером, двигался по дороге «Восток» в том же направлении, что и до него наряд вневедомственной охраны. А водитель Toyota Leon, ехавшая по Воронежскому шоссе со стороны краевого онкоцентра, попыталась выехать с левым поворотом на дорогу «Восток». Второе по счету ДТП на перекрестке оказалось не столь критичным. Люди в нем не пострадали, да и машины получили несущественные повреждения. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Денис Сазонкин.